Контрабанду драгоценностей пресекли в аэропорту Махачкалы. У россиянки, прилетевшей из Стамбула, таможенники обнаружили 25 ювелирных изделий общей стоимостью более 3 миллионов рублей. В ее чемодане среди личных вещей были спрятаны браслеты, цепочки, кулоны и кольца. Пассажирка заявила, что купила драгоценности для личного пользования. Возбуждено уголовное дело. Гражданке грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.